Моник Спенсер. Только одну камеру выпирает и постепенно дамажит. Ясно. Ёбаный щел, я же говорил, Спенсер будет. Матильда, хорошо. Да. Хорош. Ну как хорош. Урона это было много. Да что? Кого? Подождите, дайте выползем обратно. Что это за урон был? Он сейчас не даст ей риснуть, да? Это не точно, ладно. Лучше заранее вырублю эту камеру. Стой! Видно же, что он мины использует. Ну уже же... Уже ведь поняли это. Выкинем нафиг этот бесполезный пистолет. Матильда на победку. И чё, пробежать здесь, посмотреть? Боже, какие они... Не очень. Слышь, пошел отсюда. Окей, успею, не? Успею. Не факт. Может выстрелить в теории. Фу, нет, нормально. Окей. Пойди, дай Тайрону выбивать дверь. Очень хорошая идея, наверное. Так, патроны, зеленая трава, еще патроны. А как сюда... Сюда... Ну ладно, теперь мы знаем больше. Сюда, оказывается, можно ловушки ставить. Как же бесит его двери. Пойду другие пока камеры выбивать с другой стороны. Ё-моё, там кто-то есть. Плюс он что-то там зарядил. Не там. Это похоже было на автоматическую снайпу, да? Да чтоб тебя! Жирнич. Oh.
Пошел ты! Блин, пробелом нельзя отменить ничего сейчас. Надо ультецкий жать! Надо жать ультецкий! Думаю, что... Классно, у нас минус Джокста. А чё ключ еще никто не взял? Давайте я возьму. Мы двери выбивать будем больше времени, чем... Найт-найт. Фразочки у него, конечно, классные. Стоп, отжил чего? Помогите! Как можно без третьего наплечника играть? Я просто не знаю. Нет, Джи вливнула. Да. Пойду с патронами. Да давай, давай резать. А, если бы еще всякие джил не ливали, было бы еще, наверное, нормально. Он похилил? Кого? Убиваем, че? Блин, в пати обязательно нужен один выбиватель дверей просто. Это... Настолько... Буду заранее выбивать лучше. Стой, там наверняка ловушки нет. Повезло. Вырублю заранее. Стена сзади? Нет. Стена спереди. О, это так работает, да? Нет, я знал, что там стена. Но... Забавно. О, хорошо, молодец. Я знал, что там стена, но... Камон! Я так долго дверь выбивал, что она уже должна была закончиться. Ну, прикольно сделал, конечно. Стенку за дверь. Ну, теперь мы знаем, что такие двери лучше не выбивать. Я, честно, не знаю... Чем мы будем это ломать? Сначала мы сейчас сдохнем в первой же локе. Так, ну в этой нам хотя бы везет, что в лаборатории камера говно.
Самый дальний в начале. Да уж, не повезло. Выбивай, братишка, выбивай. Есть. Вижу смысл хакать сейчас, потому что ему надо следующую зону затраповать, раз он такой прям весь трапер. Чего он не нажал-то? Блин, мне патроны нужны срочно. Ну да, нижняя, конечно. Если бы Джилл не выходила, мы бы, может быть, успели. А сейчас, конечно, хрен его знает. Где команда? Fuck my life. У меня команда меня бросила. Стена плохая, запаниковал, походу, пацан, запаниковал. Куда они побежали? Куда? Это же время. Найс! Боже, втроем, найс! На тоненького, очень на тоненького. Ну, Спенсер на ловушках выглядит не очень сильно. Он нам много времени давал благодаря ловушкам. Он нам реально ловушками давал много времени.